Красиво, модно, ярко и так стильно. А главное, тепло. Все это про изделия фирмы «Лис» из Тамбова. Удачный крой с использованием новейших технологий. И женщина с любой фигурой выглядит изящнее, чем в обычном пальто. Это ручная работа, они все не повторяются. Вторую вы даже не увидите. Это не массовый поток, это ручная работа. Здесь лен выбранный, здесь джинса присутствует, кожа присутствует. Здесь присутствует еще павлопосадский платок. Вот. Платок, он, конечно, всегда был оригинален, его выпускают 300 лет, и он печатается, и будет в дальнейшем красив и популярен. Покупателей много, примеряют и без покупки не уходят. Привлекает цена, но даже больше отражение в зеркале. Изделие из павлопосадских платков – это наша родина, Павлопосад. Мы оттуда приехали. Нам всегда нравится, где мы встречаем эти изделия. Мы всегда смотрим их, нам нравится это очень. Во-первых, это сделано с большим вкусом, с изяществом. Дизайнеры действительно разрабатывают изящные модели с учетом традиций России. Но Руси всегда ценились изделия из меха. Современные куртки и жилеты сшиты из качественных тканей с использованием натурального меха. Лиса, енот, бобер, норка, чернобурка, куница, соболь. Интересны куртки с использованием оригинальных рисунков. Все изделия тамбовской фирмы «Лис» представлены на выставке «Фэшн-салон», которая открылась сегодня в павильоне Уморпорта по адресу Несебрская, 1Б. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.